В минувшие выходные энергетики отметили свой профессиональный праздник. Накануне их поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Среди самых значимых событий уходящего года – начало масштабных реконструкций двух подстанций в Чебоксарском районе. Завершение планируется в 2019 году. Объем инвестиций составит порядка 630 миллионов рублей. Также в рамках инвестиционной программы филиал МРСК «Волги» «Чувашэнерго» завершил работы по реконструкции воздушной линии в Ибресинском районе республики. В этом году успешно и в полном объеме проведена и ремонтная кампания. Отремонтировано более 2000 километров воздушных линий электропередач, заменены более 1000 опор, более 80 километров электропроводов. Помимо этого, отремонтировано почти 500 трансформаторных подстанций. В 40 проведен капитальный ремонт. Век цифровизации, то, что цифровые подстанции вводятся, это очень здорово, потому что уже минимизация всех рисков с учетом погодных условий. Сегодня в «Чувашэнерго» трудятся 1500 человек. Бесперебойное и надежное энергоснабжение республики – заслуга высококвалифицированных специалистов.